3-0. Там отличился Бауман. Гол! Вот это да! Сергей Барбарес! Вот это да! Посмотрите, что творится! Фантастика! Да, ну что, теперь кричать бесполезно Эффенбергу на своих. Да. Он, по-моему, так же растерян, как и все остальные. Ну вот... Я говорил, не хочу себя в данном случае хвалить, но до добра это не доводит. Нельзя плясать на острие ножа и играть на 0-0. И Хитцфельд это знал. Давайте посмотрим еще раз, как это было сделано. Ну, такая передача, которая вообще никогда не должна заканчиваться опасным моментом. Вот посмотрите. Подача с фланга. И кто там проиграл? По-моему, это Андерсон. Проиграл борьбу Сергею Барбаросу.